ТВ. Просто находится на 80-й трассе. А вот. Скорее всего, поэтому. Это находится 80-й трасса, штат Айва, 284-й экзит. Здесь очень много разных заправок. Есть BP заправка, есть пилоты. Вот. Гостиница даже есть. То есть все для путешествия, чтобы можно было отдохнуть. Такой интерфейс. Такой вот. Участок. Гостиница, ресторанчик, заправки. Вот. Мы сейчас подзаправимся, хотя у меня полбака еще осталось. Вот, подзаправимся и... Упс. Опа, это новая заправка, что-то раньше, по-моему... Такая большая заправка. Просто огромные. Дизель нам дизель не нужен. Ну вот. Сейчас. Я пошла снимать заправку внутри. Там интересно. Айва 80. Джип. Музей траков. Класс. Круто. Смешной такой джип на камешке. Тут продается еда, футболки. Ты сходила в туалет? Нет. А что нет, не нашла? Магазин слишком гигантский. А, пошли вместе искать. Ищи надпись «Restroom». Вот «Restroom». Аня, читай. Читай. Куда стрелочка нарисована? Туда. Мариша не потеряется? Заходи сюда. Ты сама сходишь? Ай, смотри, что. Игрушки. Это с какого мультика, девочки? Я не знаю. Ай, смотри, кто. Лисята. Няшная. А сколько стоит? $4. Няхи. Еще есть маленькая собака. А? Еще есть маленькая собака. Где? А, там я не буду покупать. Иди там посмотри, там тоже есть с большими глазками игрушки. Вон внизу посмотри какие. Смотри, какие лягушки, Аня. Лизард. А? Mm-hmm.
Аня, иди еще. Так я с тобой. Нёхи, ТИ-УАЙ. Медвежата. Отдел Хэллоуина. Кукольчики. Фламинго. Еще один трек. Круто. А близко не надо подходить. Я увидел там что-то интересное. Вот так заправка. Маришка, пойдем, Мариш. Я карту с собой не взяла. Мариш, пойдем. Машину ищи, Аня. Машины нету? Ну, она уже не заправляется. Заправляется, заправляется. Смотри, там сумка.